На улице Горького подрядчики приступили к обновлению дорожной разметки, сплошных и прерывистых горизонтальных линий. Работы проводят с помощью специальной покрасочной машины. По новым правилам разметка наносится желтой и белой красками. Сотрудники предприятия «Зеленстрой» благоустраивают Анапскую набережную, высаживают цветы, поливают клумбы, ухаживают за деревьями. При оформлении клумб и цветников специалисты используют новые виды растений. Это позволяет увеличить период цветения, придать зеленому наряду города яркие краски и формы. Визитная карточка Анапы стали цветочные фигуры, выполненные мастерами предприятия. Сейчас обновляют знаменитую конструкцию корабля с декоративной газонной травой и цветами. Молодцы. Все чистенько, все озеленяют, все растет. Цветочки стали сажать. Идешь, клумбы красивые, яркие, приятно на душе становится. Красоты необыкновенно, особенно вот эти фонари. Сейчас цветами преобразилось все. Ну просто бесподобно. Я первый раз в Анапе влюблена. Утопающий в зелени, наполненный яркими цветущими красками город-курорт Анапа – вот задача, которую ежедневно надо выполнять. Благодаря профессионализму анапских озеленителей город с каждым годом становится краше.